Брещанам спорт не чужд, но особое внимание уделяют велоспорту, ведь это полезно, практично и экологично. Кроме того, в областном центре созданы все условия для комфортных велопрогулок, поэтому неудивительно, что любителей велодвижения так много. Но вместе с тем, данная категория участников дорожного движения относится к уязвимой, а потому находится под пристальным контролем сотрудников госавтоинспекции. В этот раз инспекторы вышли в рейд на территории вблизи дачных участков. Движение велосипедистов здесь активное, почти все едут на дачи. Проведение профилактического мероприятия в зоне внимания велосипедистов в первую очередь направлено на предупреждение дорожных аварий с участием велосипедистов. Хотела бы напомнить пункт 148 правил дорожного движения Республики Беларусь, согласно которого движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке. При отсутствии велодорожки велосипедист может двигаться по обочине, тротуару, либо пешеходной дорожке, не создавая препятствия для движения пешеходов. И уже при отсутствии данных элементов, либо невозможности движения по ним, разрешается движение на велосипеде по краю проезжей части не далее 1 метра от его правого края. Во время акции инспекторы ГАИ напомнили владельцам велосипедов о том, как должно быть оборудовано их транспортное средство в темное время суток, а также правила дорожного движения. Кроме того, подробно расспросили велосипедистов о существующих проблемах, которые могут привести к дорожно-транспортным авариям, и взяли их на карандаш. Даже вот эта дорога существует проблемой. А проблема какая? Она чуть-чуть узковатая. И там вот значок висит, что человек должен ее почистить, когда за нее отвечает. Если бы он хотя бы ее очистил, это было бы хорошо. А так колесо, когда обгоняет, колесо попадает в грязь, и можно попасть в аварию. Сотрудниками госавтоинспекции Брестской области на постоянной основе в ходе несения службы по надзору за дорожным движением уделяется внимание велосипедистам. С начала текущего года с участием данной категории зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих велосипедистов на территории области зарегистрировано 4 дорожных аварии, в результате которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что несовершеннолетним можно выезжать на дорогу, где ездят машины, только с 14 лет. До достижения этого возраста кататься на велосипеде можно только на закрытых площадках, стадионах и велодорожках. Кроме того, инспекторы напомнили об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил дорожного движения велосипедистам грозит предупреждение либо наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же в момент нарушения правил дорожного движения велосипедист находится в состоянии опьянения, штрафная санкция суровее – от 3 до 5 базовых величин. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Бедрила Зарчук, телекомпания «Бук ТВ».